Прерывистый гудок электросирен на площади Куйбышева звучит 3 минуты. Это учение по гражданской обороне. Во время такой сирены каждый должен знать свои дальнейшие действия. Включение этой сирены означает сигнал «Внимание всем!». Услышав такой сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и получить инструкции для дальнейших действий. Сегодня по радио и телевидению передавалась информация для населения о том, что проводится проверка в рамках командно-штабных учений. МЧС проверяет региональную централизованную систему оповещения об опасности. Сигнал звучит не только в Самаре, но и по всей области. Проверка локальной системы оповещения. 523 электросирены в 10 утра 4 раза в год одновременно включаются по всей области во время учений по гражданской обороне. Запуск может быть автоматическим или ручным. Спасатели после каждых учений проверяют обратную связь с населением. Люди, я бы не сказал, что привыкли, они беспокоятся, иногда звонят и выясняют, в чем суть проблемы. По результатам вот этой проверки муниципальное образование, глава муниципальных образований подготовит нам анализ работы этой системы. И, соответственно, уже мы подготовим акт о степени готовности этой системы оповещения. По прямому назначению система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Самарской области и Самаре еще ни разу не использовалась. За десятилетия она морально и технически устарела. Сейчас ее решили заменить на современную. Проект уже готов. 2 года назад в губернии запустили еще и новый проект – комплексная система экстренного оповещения населения. Она работает в 60 селах, которым могут грозить весенний паводок или лесные пожары. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.